Людмила Турищева, профессор, заслуженный тренер СССР Валентин Петровский, профессор, заслуженный мастер спорта Владимир Кузнецов, кандидаты наук Игорь Мудрик, Григорий Воробьев, мастер спорта журналист Евгений Чен в фильме... Институт общественного мнения. На все вопросы отвечаете либо да, либо нет. Можете ли вы поставить двойку на экзамене? Да. Я верю в Валерия Борзова и должен сказать, что он способен на любой подвиг, а это иначе назвать невозможно, и поэтому мы рассчитываем на него. Можете ли пройти без очереди? Нет. Выиграть титулы у самого себя, я думаю, что ему будет сделать сложно. То есть еще раз выиграть 100 и 200 метров на Олимпийских играх. Терпеливы ли вы? Да. Борзов подошел к критическому возрасту для спринта. Если у него будет все в порядке вот с мышцами, сухожилиями, он к 80-му году может бежать на таком уровне, что попадет в финал Олимпийских игр. Легко ли вы себя чувствуете в гостях? Нет. Легко ли вы говорите о себе? Нет. Доверяете ли вы людям? Да. Валерий обладает колоссальной способностью к двигательному самоанализу.
И, если можно так выразиться, Валерий бежит не ногами, не мышцами, а бежит головой. Много ли у вас друзей? Нет. Легко ли вы прощаете обиду? Нет. Любите ли вы оперету? Нет. Если Валерий рассчитал, и будем так говорить, спрогнозировал свои результаты на Олимпийские игры 1980 года, то вполне возможно, что он сумеет добиться в них успеха. Довольны ли вы собой? Нет. На основании ваших ответов получается, что вы прогрессивный борец. Привык быть на финише всегда первым. Приучил болельщиков только к победам. Научный подход к тренировкам, казалось, гарантировал успех на долгие годы, но его стали преследовать травмы. За 10 недель до Олимпийских игр в Монреале Валерий Борзов травмировал мышцу бедра. Травма была настолько серьезной, что участие Валерия в Олимпийских играх в Монреале стало весьма проблематичным. Но здесь как раз включились те внутренние силы Валерия, которые позволили грамотно вести восстановление этой травмы. В итоге мы знаем, что Валерию Борзову удалось на Олимпиаде в Монреале совершить своего рода подвиг, хотя и он был всего лишь третий.
последние два года у него хроническое заболевание, которое называется воспаление ахиллового сухожилия. Это заболевание трудно поддается лечению, ну и, собственно, оно мешает бегу. При быстром беге нарушается структура движений вообще. Болевые ощущения в ахилловых сухожилиях, они не дают возможности спортсмену бежать быстро. Спринтерский бег – это толчок. Острый, быстрый, сильный толчок. Нет толчка – нет быстрого бега. Жальгерец в Вильнюсе. И на сегодня здесь проходит одно из центральных событий нынешнего легкоатлетического сезона — матч трех ведущих легкоатлетических команд Европы: Советского Союза, Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики. Это своего рода генеральная репетиция перед чемпионатом континента в Праге. На спартановой дорожке и секторах стадиона стартует немало прославленных легкоатлетов, олимпийских чемпионов, рекордсменов мира. Стартуют здесь и юные надежды королевы спорта. Думаю, не ошибусь, если скажу, что здесь, в Вильнюсе, стартуют и многие будущие олимпийцы 80-го года.
эстафетным бегом. На последнем этапе мужской эстафеты 4 по 100 метров за нашу команду бежит 11-кратный чемпион Европы Валерий Борзов. Он принимает эстафетную палочку почти одновременно с соперниками. И какой финиш! Чемпионата Европы по легкой атлетике. Комментаторы Александр Курашов и Сергей Будалов. Мы продолжаем рассказ о 12-м чемпионате Европы по легкой атлетике. Владимир Ященко, рекордсмен мира, прибавил к своим титулам еще один – чемпиона Европы. Вице-президент Международной федерации легкой атлетики Леонид Семенков вручает Ященко золотую медаль. Одно из главных событий чемпионата – финал бега на 100 метров. На старте известные мастера. Лучший спринтер Европы прошлого года Ойген Райх из Германской Демократической Республики, чемпион прошлого первенства континента на 200-метровке итальянец Пьетро Меннеа, англичанин Алан Уэллс, имеющий лучшее время в сезоне среди европейцев 10-15 секунды. Здесь же и обладатель 5 олимпийских медалей наш Валерий Борзов. Ему досталась 5-я дорожка. Борзов никогда не был рекордсменом мира на 100-метровке, но это не мешало ему в самых ответственных соревнованиях приходить к финишу первым. Борзов и дальше берет старт. И... вперед врывается Минеа, Борзов последний. We'll be right back.
Сегодня на обсуждение кафедры выносятся фрагменты диссертации аспиранта нашей кафедры Валерия Борзова. Пожалуйста, Валерий. В конце сентября 1978 года финский врач Пекки Пелтокалева оперировал Борзову обе ноги. Сложная операция завершилась успешно. А через месяц двукратный олимпийский чемпион Валерий Борзов начал готовиться к своей третьей Олимпиаде.